Доступное жилье. Президентская программа в действии. В Тирасполе строят коттеджный поселок для милиционеров, врачей и учителей. Больше 130 квартир сдадут уже в следующем году, весной. А пока рассказываем, как идет стройка. Тирасполь, район НИИ. Строят коттеджный поселок. 11 трехэтажек, в каждой по 12 квартир. Вот это наша трехкомнатная квартира. Здесь расположены три комнаты. Кухня, санузел. Это новая квартира семьи Шикиных. Своя, собственная. У Константина и Марины двое детей. Много лет ютились в съемных квартирах. Мечтали очень долго о своей собственной квартире, но в семье, где один из супругов бюджетник, очень тяжело купить свое собственное жилье, тем более в новострое. Но вот благодаря данной программе наша несбыточная мечта превратилась в реальность. Очень важно то, что не нужно оплачивать всю сумму целиком. То есть есть возможность оплачивать частями. Это нужно делать не каждый месяц, а раз в несколько месяцев. То есть для нас это очень удобно. За 2-3 месяца есть возможность подкопить какую-то сумму, подсобрать. А когда уже свои деньги закончатся, есть возможность взять недостающую сумму в кредит под приемлемые проценты. Утепленный фасад, шатровая крыша. В подъезде уже красиво, все в плитке. Сами квартиры в сером варианте. Свет, газ, автономное отопление есть. Пол обязательно будет теплый. На кухне и ванной. На кухне, ванной. Квартиры большие. Двушка 74 квадратных метра. Трехкомнатная 90. Высокие потолки 3 метра. Светло, огромные окна, стеклопакеты и вид красивый. Плантации, капусты, зелень, цветы. Подсолнух, кукуруза. Почти частный дом. Да, фазенда. Это комната Саши. Впереди еще ремонт. Но как все будет, она уже знает. Обязательно белые стены. Чтобы на них можно было клеить разные постеры, картинки, мои, может быть, рисунки. Будет светло. Мне это тоже очень нравится, потому что у нас все это время, пока мы жили по съемным квартирам, у нас была на темной стороне комната. Хотелось бы огромный шкаф там для вещей и, может быть, если поместится, стеллаж с книгами. И в стеллаже я хочу отложить полку для нашей морской свинки. На съемных квартирах там всегда были очень маленькие однотипные такие кухни, очень тесные, и там трудно как бы развернуться. Да? Здесь можно поставить однозначно большой стол. На балконе будет однозначно стиралка, газ-плита. Коттеджный поселок в НИИ сдадут в марте 2024-го. Сделают большую парковку, детские площадки, высадят цветы. Дальше милиционеры, врачи, учителя будут заниматься ремонтом уже в своих квартирах.